тебя даже АВП было бы. Ты бы взял спокойно скаута. И, скорее всего, ты бы там уже не сдох. От этого чувака. Со Блин. Скаутом. Ну, со скаутом больше шансов, думаю, выиграть было. Новая карта, слышь. Я ее еще не играл. Я вижу. Это она Вайньярд. Ну да, какие-то такие. Подожди, у меня почему-то ты чуть-чуть это. Звук чуть-чуть побольше поставлю на тебя. У меня микрофон просто от меня был отвернут. А, ну окей, ладно. Окей, все, я тебе поставил чуть-чуть погромче. Да, в принципе. Че, откуда? Блин, жалко, а. А я умер, знаешь, как? То есть я... Ай. Я получил оружие, перезаряжался и умер. Я видел, как ты умер. В принципе, мы хорошие киллы делали там вначале, а потом встретили этих парней. Где я типа думал, что... О, сейчас мы всех разнесем. Ого. Слышь? Чё? Тут есть этот вывеска, музей типа итальянский. Вход 12 евро. Да, это 12 евро? Да, вход 12 евро. Это, кстати, дорого для музея. Ну. И что-то еще за 8,5 евро. Риготто. Что-то мне подсказывает, что наши противники хорошо стреляют. Бля. Чё тут какого вообще? Какого хрена не попадаются такие легкие? Я не знаю, я когда играл, вот когда тебе показывал, там что-то какие-то ложки были. Там вот почему такие не попадают? Там реально, типа как боты. Может, это реально из-за меня, потому что мы вместе? Ложки нам, конечно, попадаются, но они не такие плохие прям. Ну да, есть некоторые, которые типа как варм-ап, возможно, играют, прежде чем в рэнкт прыгнуть. Так, ну у меня молотов коктейль есть, если надо. Ты в каком-то тут замке. Так, вот это плохо. Чё, нашел оружие? Не, внутри у меня лагает. Почему? Снаружи не лагает, но внутри лагает. Погнали в канализацию. Да я, у меня оружия нету. Так там же пистолеты везде валяются. Где? На. Короче. Да вот я что-то нашел. А нет. Ладно. Кило. А ты чё? Так. Я тут видел пистолетик. Сейчас вспомню. Я вот так шел. Шел. Здесь был. А вот он. Окей. Я наверх. Блять, ты с блока нормально стреляешь? С чем? Да нет. Окей, ну. Че? Там один. Противник? За контейнером там. Он, походу, что-то заказал. Я ему кину вот это вот. Лол. Фига себе. А где мой молотов коктейль? А, в жопе, блин. Понятно. Слышь, там сверху от тебя, сверху от тебя. А где? Он... Это было точное указание, точное указание. Все, я патроны берегу, у меня нету их. Окей, у меня есть план. Окей, я его убил.
Так, я лу это получу. Он где-то распился, так. Где-то близко от тебя. Я его только что видел. Близко чуть-чуть. Красава. Я только звук слышал. Ты бы видел этот, как я вообще выстрелил. Это еще лучше, чем со скаутом у меня тогда. Ты его... Еще один. Справа. А, да, видел. Ты ему кишки, походу... Да, он там, наверное, вообще обосрался. И я, кстати, тоже. Лол, чё? Он тут что-то пытался... Какие-то бомбочки положить. Вчера себе там АПМ я услышал сейчас. О, чё? С двух сторон? Блин. Ещё один слева. Нихуя, хрена себе. Ещё один был слева. Еще один идет. Где? Идет. Сейчас появится угла. Лол. Слышь? Молодец. Дробовик рулит. Но я все равно возьму вот это. Или что ты дробовик возьмешь? Че? У меня тоже дробовик. В смысле? А, лол, это пустое. А это что? О, слышу, там противник. Блин, почти. Что-то мы тут стреляем спокойненько. Там, да. Такое ощущение, что сейчас нас окружат со всех сторон. В принципе, тут патроны есть. О, я скаут, кстати, могу купить. Ну, если тебе нужен, покупай. Я вообще не знаю тут, что, как тут насчет лейт-гейма. Двое сверху тебя. Уходи. Позиция неудобная. А еще у меня патронов нет. Слышь, там люди. Я понимаю, но вон там, да. Ой, бля. 80. Черт. Да, у нас все плохо. Ло. Че это тут за хрень происходит? Ты, короче, набирай, слышь, тут я. А, я понял, что произошло. Я вообще ничего не понял. Там чувак меня убил, он пытался взять мое потом оружие, видимо. А у меня патронов нет. Там люди. Так, я заказал патроны и аптечку. У тебя скаут есть? Нет. А что у тебя за оружие? Блин, ЮМП. Ты можешь взять это, если хочешь, надо? Нет. Хотя, нет. Подожди, я могу скаут купить. Купить скаут? Я купил скаут. Окей, я тоже могу купить. Ну давай возьмем оба. Думаю. Чё уже? Оба? Нахрен. Так, я постреляю сначала с этим, чтобы это патроны... А, нет, стой.
На. Окей. А ты чё? Я хочу попробовать взять дроп. Потому что никого нету вокруг него. Блин. Чё, квартирник? Он тут рядом прям. Уходи. Ну, МК. Есть противники? Нет. Я потому что заказал, сейчас патроны возьму все. Окей. Где вот это есть? Слева? Да. Ну вот куда, по твоему направлению. Окей. Okay. Смотри, что там кто-то есть. Я на берег иду, посмотрю там сначала. Берег свободный вроде. Нам надо уходить. Окей. Okay. Никого не вижу. Я тоже. Все сидят. Странно. Но тут кто-то есть. Я держусь с берегом. Так, мне надо поближе присесть. Они где-то будут, я думаю, тоже у берега. Думаешь? Блин. Лол. Чё? Окей, ещё двое. Ух, нифига себе у него патронов тут, слышь. 100 патронов, ё-моё. Ай, блин. Где? Фух. Ну это было изи. Я скаудеры не использовал, мне кажется. Мне чуть-чуть места не хватило на мышке. Для мышки. Сейчас ты увидишь, как... Он расстрелял. Я почти в тебя чуть не стрелял, мне кажется. Лоу. Я 13 человек убил. Фига себе. Найс. Я 4. Ну там они что там, в контейнере что ли? Да, они там вдвоем играли в покер. О, у меня вылетело. Они сидели по углам, так расселись в контейнере, этом маленьком одном. Я такой выхожу, смотрю на него, он тоже смотрит на меня, реакция. Да. Реакция просто картошки какой-то. Что у меня, что у них. Но у меня-то понятно, я... Потому что у меня это лагает. Я пытался представиться нормально.